Калмыкия стартовал отбор учащихся в образовательный проект «Яндекс.Лицей». Напомню, данный проект стартовал в прошлом году в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Первый год обучения уже успешно завершили 34 школьника, из них 23 продолжат учебу. В этом году образовательной площадкой стал третий корпус КалМГУ. «Яндекс.Лицей» – это образовательная программа, которая помогает школьникам 8-9 классов научиться программированию. Занятия проходят очно в более чем 160 городах России и Казахстана. Для участия в отборе необходимо до 10 сентября пройти тестирование. Сделать это можно на официальном сайте проекта, а затем пройти собеседование с преподавателем. Для поступления не требуется особых навыков. Важен интерес к информационным технологиям и математике. Обучение предполагается в формате дополнительного образования в течение 2 лет на бесплатной основе.